У меня уже есть сестра, зачем мне еще одна? Не нравится мне эта Бажена. Ты наказан. Что? Вот мне влетит. Не переживай, Ева, я за ней присмотрю. Ну что ж, Бажена, проходи, чувствуй себя как дома, куртку там брось. Чувствуй себя как дома. Не понял. Чьи-то ботинки и куртка чужая. Ты не переживай, чувствуй себя как дома. Я тебя в обиду не дам. Будешь мне как родная дочка. Это что еще такое? У меня уже есть сестра. Зачем мне еще одна? Поживешь с нами. Можешь пока поспать на кровати Сережи. Я думаю, он будет не против, а он здесь поспит. В смысле на моей кровати? Это мне уже точно не нравится. О, по-моему, Сережа вернулся. Сереж, иди сюда. Сейчас вас познакомлю. Да, мам, привет. Сереж, познакомься, это Бажена. Ее мама уехала за границу, и какое-то время Бажена поживет у нас. Будет тебе вместо сестры. Привет. Мам, я не хочу, чтобы она на моей кровати спала. Сережа, что за тон? С гостями нужно быть вежливым. Привет, Бажена. Будь как дома. Привет. Вот молодец. Мам, а помнишь, ты обещала, что мы сегодня в торговый центр вместе пойдем гулять? Сереж, ну что ты? Я сегодня не могу. Нужно помочь Бажене освоиться у нас. А можно мне тогда хотя бы карманных денег? Я сам схожу в торговый центр. Извини, Сережа, но деньги на развлечения в этом месяце я потратила на пижаму для Бажены. Она свою дома забыла. Так что сходишь в ТЦ в следующем месяце. Хорошо, мам, я понял. Не нравится мне эта Бажена. Она только в доме появилась, а мама уже на меня внимания не обращала. Вот бы она скорее домой уехала. О, есть идея. Испорчу-ка я репутацию этой приемной сестре. Тогда мама снова станет уделять внимание только мне. Да, алло. Да, да, минуту. Бажен, ты не могла бы помочь мне с Глашкой? Я на секунду отойду. Да, конечно. Хорошо, спасибо. Бажена, там тебе телефон звонил. Он в детской. Ой, наверное, мама. Спасибо, Сереж, сейчас. Отлично, теперь мама точно подумает на нее. Так, когда я уходила, такого не было. Да, хорошо, я тебя наберу позже, да. Бажена, ну как ты справилась с Глашкой? Бажена, это что такое? Я думала, ты ответственная. Простите, я не знаю, как так вышло. У меня все получилось. Нет, ну все белье мокрое. Гладила и все без толку. Ну не расстраивайся, ничего страшного. Ну разлила ты воду, бывает. Сейчас пойду снова стирку поставлю, не переживай.
Ребята, почему моя мама ее не ругает? Меня бы за это точно выругали. Может, ты пока на кухне поможешь убрать, пока я стирку поставлю? Там как раз нужно поубирать. Справишься? Да, конечно, справлюсь. Я маме всегда дома помогаю. Спасибо, Бажена. Но если трудно, ты можешь просто отказаться. Нет, мне не сложно, я приберусь. Нашлась мне помощница. Сейчас я устрою тебе уборку, сестренка. Это называется уборка? Это не я, честное слово. Когда я уходила, все было чисто. И стол я тоже вытирала. Понятно, в чем дело. Сережа! Да, мам! Ой, что тут произошло? Почему так грязно? Это ты мне скажи, почему здесь так грязно? Не знаю, я только что сюда зашел. Ты зачем Бажену обижаешь? Испортил ей уборку. Да я просто... Что ты просто? Хорошо, я поняла. За то, что ты сделал, ты наказан. Что? Как наказан? Да-да, наказан. Пока не сделаешь все домашнее задание, что тебе задали, в телефон играть не сядешь. Но мама! В моей любимой игре сегодня обновление вышло. Я очень хочу поиграть. Никакой игры. Не портил бы настроение мне и Бажене. Играл бы прямо сейчас. А так пойдешь и будешь делать уроки. Давай убирать. О нет! Нам же задали огромное сочинение по французскому! А я его хуже всего знаю. Тебе надо. Ты французский делаешь? Да, и что? Я его очень хорошо знаю. Хочешь, помогу? Не хочу. Как же мне эти слова перевести? А ты правда хорошо французский знаешь? Да, у меня наивысший балл по французскому. Ого, это круто! Поможешь, пожалуйста, а то у меня вообще туго с французским. Конечно, сейчас. Мы быстро справимся, и ты сможешь играть в свою игру. Это было бы круто, если бы мы так быстро сделали. Давай свой учебник.
Вот и справились с твоим французским. Ничего сложного. Ничего себе! Мы так быстро сделали это сочинение! Круто! У меня теперь столько много свободного времени! Рада, что помогла! Пошли в залу, налью тебе колы, а потом я тебе свою игру покажу. Блин, мамина любимая кружка! Что случилось? Это мамина любимая чашка. Я ее случайно разбил. Вот мне влетит. Что там за шум? Сережа, как ты мог? Моя любимая кружка. Мам, я... Извините, вообще-то это я уронила. Я не хотела, правда. Ты? Да, простите, это случайно получилось. Я такая неловкая, мне жаль. Ладно, ничего страшного, другую себе куплю. Как раз хотела обновить. Главное, что вы все целы. Выходите, я все уберу. Ребята, по-моему, Бажена и Сережа нашли общий язык. Спасибо, Бажена, что выручила. Всегда рада помочь. Ребята, не судите о человеке по первому впечатлению, ведь потом он может оказаться вам другом. Поставь лайк, подпишись и всем пока!